«Любовь – это вся жизнь», считает Галина Менщикова, которая стала одним из победителей конкурса, приуроченного Уваровским телевидением ко Дню Святого Валентина. Ну, без любви невозможно просто жить. Поэтому и послание о любви сложилось как-то само собой. Строки исходят от чистого сердца, от души, добавляет Галина Петровна. Быстро очень, все спонтанно, все очень быстро. Я долго никогда не думаю. Это вот сразу, как говорится, что продиктует сердце, то и написано. Галина Менщикова считает себя счастливой женщиной. Высокое прекрасное чувство идет за ней по жизни. И до сих пор люблю всю жизнь. Поэтому и пишу стихи о любви, потому что их диктует сердце. Вот такую вот интересную, смешную валентинку дарит вам магазин «Подарки». Так что участвуйте в конкурсах. Бывают не только такие подарки, и посерьезнее, смотря какой конкурс. Так что удачи вам и дальнейших побед. Спасибо. Другой претендент на подарок – юный стихотворец. О любви Виктор пока знает мало, разве что о материнской. Свое послание он посвятил друзьям. С днем Валентина, Андрей и Марина, Саша и Маша, чтоб жизнь была краше. Подари валентинку своей половинке. Победителю достался подарок от сетевого канала ТНТ. В планах школьника стать завсегдатаем конкурсов на Уваровском телевидении. Светлана Доровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.